Звонок незнакомца стоимостью свыше 1 000 000 рублей. В Пензе расследуют очередное уголовное дело по факту мошенничества. Жительница областного центра потеряла крупную сумму денег, доверившись неизвестному собеседнику. Мужчина представился следователем и сообщил, что некто якобы пытается снять все ее сбережения. Чтобы не дать это сделать, необходимо перевести накопление на безопасный счет. Я испугалась и все наставления данного человека выполнила. Пошла в банк, в отделение банка, сняла через кассира 1 000 000 рублей и затем через оператора связи перевела все деньги на несколько банковских карт. После того, как потерпевшей стали поступать звонки от неизвестных с предложением перевести еще денег, женщина поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы, но найти их, как показывает практика, удается не всегда. Поэтому полицейские в очередной раз напоминают пензенцам, не стоит верить незнакомым людям, звонящим по телефону. Полученную информацию необходимо проверить в своем банке.